Добрый день! Сегодня хочу вновь поговорить о туи. У нас была программа, посвящена выбору растений и туи в частности, в садовых центрах и гипермаркетах. Ссылка на это все под этим видео. Сегодня хотелось бы поговорить о самой туи и, конечно, об агротехнике. Туя во многом уникальное растение. Очень выносливо, мало требовательно к большому количеству солнца. Морозостойко, сохраняет свои декоративные качества в течение всего года и хорошо поддается стрижке. Несмотря на большое количество видов, в нашем регионе в посадках в основном используют только тую западную. О том, какие сорта лучше использовать в живой изгороди, был наш предыдущий сюжет. Соответственно, ссылка также будет под этим видео. Перед тем, как приступить к посадке, нужно задать себе несколько вопросов. Подходит ли выбранное место для туи? Достаточно лета? Можно ли использовать существующий грунт или придется его менять? Когда лучше сажать, весной или осенью? Как посадить? Как ухаживать? Начнем по порядку. Хочу напомнить, что тенелюбивых растений почти нет. Исключение составляют водоросли, растущие на больших глубинах, мхи, лишайники и папоротники. Но об этом мы с вами говорили еще весной. Почти все садовые растения светолюбивы или теневыносливы. Большинству для нормального роста необходим солнечный свет и тепло. Туя не является исключением, хотя относится к теневыносливым растениям. В тени у всех видов и сортов туи западной крона становится рыхлой, ажурной. Иммунная система растения со временем ослабевает, и растение более подвержено грибковым заболеваниям. К почвенным условиям туя нетребовательна и растет почти на любых почвах, однако предпочитает влажные и воздухопроницаемые. На бедных и песчаных грунтах, а также при недостаточной влажности, туя становится бледно-зеленой, очень часто и обильно плодоносит, что сказывается на декоративности. Когда лучше сажать тую, весной или осенью? На этот вопрос нет однозначного ответа. При весенних и осенних посадках есть свои плюсы и минусы. Ну что? Пробуем разобраться. Посаженные весной или летом, растения к осени почти восстановят корневую систему, что позволит менее безболезненно принять смену климата, ведь у нас в области ее не выращивают. Еще один довод в пользу весенних посадок. Основные завозы растений в садовые центры происходят именно в весенне-летний период. Качественный и количественный выбор гораздо больше, чем осенью. Это актуально, если вам нужно большое количество туй или редкие сорта. А еще, к большому сожалению, не во всех садовых центрах и торговых площадках за растениями осуществляется добросовестный уход. В итоге можно получить больное или ослабленное растение. Сторонники осенних посадок считают, что чем позже вы посадите растение, тем лучше. Это предположение связано с тем, что растение уже как бы спит и проснется на новом месте, что должно снизить стресс. Но большинство растений контейнерные, и чем быстрее оно попало в почву, тем лучше. И самый сильный аргумент в пользу осенних посадок – это сезонные распродажи. Когда высаживать растения, решать вам. Однако, при осенних покупках места, где вы покупаете растения, нужно выбирать более тщательно, основываясь не только на цене, но и на репутации компании. Теперь давайте поговорим о правилах посадки туи западной. Эти правила одинаковы, вне зависимости от того, в живую изгородь вы сажаете это растение или в одиночную, так называемую солитерную посадку. Единственное отличие заключается в том, что под изгородь иногда более рационально будет подготовить целую траншею, а не отдельную посадочную яму. Уже говорила, что туя достаточно неприхотливое растение, мало требуется к условиям почвы и освещения, но чтобы ваши растения хорошо себя чувствовали и радовали глаз, нужно соблюдать элементарные правила агротехники. Минимальный размер посадочной ямы должен быть больше кама растения. Между стенками, соответственно, ямы и горшком должна проходить ладонь взрослого человека, но не вот так, а вот таким образом. Дно и бока посадочной ямы лучше чуть-чуть разрыхлить, если грунт слишком плотный. Корневая шейка должна находиться на уровне земли или на 1-3 см выше, так как земля может просесть и корневая шейка окажется заглублена, соответственно, растение задохнется. Если растение контейнерное, то разминаем или расчесываем ком. Это нужно, чтобы растение вышло за пределы условного горшка. Если растение с комом, то не нужно снимать плотно связанную сетку или мешковину, так как это может привести к повреждению кома, что в свою очередь чревато гибелью мелких корешков. Сетка и мешковина достаточно быстро перегнивают. Необходимо кусачками разрезать верхнюю часть сетки и освободить корневую шейку от мешковины или лишней земли. Но сделать это лучше уже после того, как вы установили растение в яму. Далее засыпаем ком землей так, чтобы внутри не осталось воздушных карманов. В конце поливаем из расчета 10-20 литров под одно растение. Если туя была посажена весной и с комом земли, то скорее всего в жаркую погоду. Ну, если это лето наконец-таки нас порадует, надо будет притянить растение. Для этого можно использовать фасадную сетку и поставить экраны. Таким образом, пока корневая система не восстановилась, мы уменьшаем испарение влаги. Самой большой ошибкой является то, что многие считают, что на этом все и кончится.
Ну, раз растение прихотливо, ухаживать не надо. В итоге такое отношение приводит к потере декоративности или полной гибели растения. Первый год посадки туй регулярно поливаем. Один раз в 3 дня. По 10-15, а лучше до 20 литров под одно растение. Также туй очень хорошо реагирует на дождевание, полив по кроне. Со второго года землю под ними рекомендую рыхлить 1-2 раза в сезон. Это улучшит доступ воздуха к корневой системе. Лучше не перекармливать растения. Скорость роста у туй не маленькая, а излишнее количество азотсодержащих удобрений может закончиться очень плачевно, ведь снизится зимостойкость. Молодые побеги попросту не успеют одревеснеть и обмерзнут. Весной можно добавить комплексное минеральное удобрение, а в середине, в конце августа, калийные, что позволит вашим растениям лучше подготовиться к зиме. Осенью туя может не только поменять свою окраску с зеленой на бурую, но и внутри кроны у ствола пожелтеть. Не надо этого бояться. В первом случае это зимняя окраска – защитный механизм, который поможет растению перезимовать и защитит от весенних ожогов. Во втором случае это естественный процесс смены хвои, так как она живет от 3 до 7 лет. Плюс ко всему, внутри кроны свет не попадает, но хвоя отмирает. На первый год посадки растение нужно будет укрыть. И сделать это можно как поздней осенью, так и в феврале. Только не стоит забывать о том, что туи мы защищаем не от холода, а от весеннего солнца. Поэтому не стоит использовать различные геотекстили. Тему зимнего укрытия мы еще подробно разберем ближе к осени. Стрижка туи. Туи можно стричь круглый год. Лучше не стоит браться за ножницы в жаркую погоду, когда температура превышает 28-30 градусов. И во время дождя этого делать не стоит. Мало того, что вам самим некомфортно работать в это время в саду, но и растениям в этот период можно нанести больше вреда, чем пользы. Главное правило при стрижке туй – мы не стрижем по зеленой массе, иначе можем получить долго незарастающую проплешину. Лучше отступить от места предыдущего среза и обязательно оставить часть молодого зеленого побега. Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете по достоинству оценить удивительное растение – туя западная. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если вам было полезно это видео. Буду очень рада, если вы поделитесь своим опытом с туями в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.